Сегодня на предприятии трудится около 500 человек. За одну смену завод перерабатывает 1000 тонн сырья. Его добывает современная техника. От земснаряда, достающего песок с дна водоема, до шагающего экскаватора, который выбирает меловые залежи из карьера. За 4 десятилетия завод преодолел не один кризис, но сохранил техническую базу и коллектив. С 2008 года предприятие стало стремительно увеличивать выпуск кирпича, извести и материала для металлургических печей. Продукция клинчан известна во многих регионах страны. Главная особенность завода – многообразие цветов производимого кирпича и его высокое качество. На сегодняшний день планируется несколько инвестиционных проектов. В частности, это строительство печи номер 3 с производительностью 500 тонн в сутки. Планируется модернизация силикатного цеха по внедрению новых прессов немецкого производства. И планируется объем увеличивать производство силикатных блоков. Клинцовский завод силикатного кирпича входит в группу компаний «Алфи». Сейчас руководство прорабатывает вопрос о размещении площадок для продажи строительных материалов частным лицам. Наиболее важное направление, так как в нашу компанию уходит и «Брянзаграждан» проект, мы разрабатываем такое ноу-хау, может быть, что ли. Мы делаем проект, и одновременно с покупкой строительных материалов могут приобретать и проект готовый, который будет включен в стоимость материала. В честь юбилея завода труженики получили заслуженные награды, благодарственные письма губернатора Брянской области, почетные грамоты Брянской областной думы, подарки от руководства предприятия. Александра Седачева, Александр Егоров, «События Клинцы».